Вот. Ну, про подкормку, подготовка земли то же самое. Помните, я говорила, сушите бананы и корочки, то, что это самое. Кто делал? Я. И очень, кстати, неплохо получилось. Правда, неплохо. То есть, когда вот готовили вот это вот лунки, то есть каждую лунку у меня прям такие пакеты были, все это мельчило туда, добавляло. И очень даже неплохо, вы видели, урожай неплохой был. И болячек вообще не было, но еще, ну, мне понравилось, по крайней мере. Я не знаю, что повлияло. По идее, если бы чистый был эксперимент, надо было бы, конечно, сделать контроль, потом бы не контроль. А у меня и кого контроль, когда их всего 2-3 растения сидит, там никак не получалось. Думать, ну что я, да, добавил под все, уж кормить так кормить всех. Ну что там 40 растений, например. Да? Ну расскажите, вы их измельчили и при посадке под помидоры, что вы клали? Банан? Банан, вот эти, ну банан съедаешь, понятно, а это на батарейку, оно высыхает, черный становится. Да. Я ее мельчила, и потом в лунку добавляла при подготовке почвы. Там и кальций, там все компоненты, очень хорошо, очень хорошо. Нет, а что еще добавлять? Все, только банан, и сколько? Вы знаете, у меня очень хорошо подготовили на вот эти грядки. То есть они настолько, вот это тоже та же теплая грядка, о которых я говорила. Ну, кто помнит, знает, кто нет, послушает, может быть, это самое мы поговорим. То есть они, у меня очень хорошо подготовлена сама грядка. И вот эти, как я говорила, сиянием, да, я вот эти кухонные отходы брала, сиянием прокапывала, добавляла эти вот, там и томаты, и кожура, и картофельная, и морковная, и яйца, ну все что угодно, да, кухонное. Раскладывала, сияние посыпала, землю назад вернула, ну еще плюс бананы туда. Короче, и они росли, конечно, ну хорошо они росли. Но я, видите, я говорю, нынче я немножко оттянулась в отношении, потому что поздно, вот из-за морозов я их поздно высадила. Поэтому вот они у меня оттянулись. Вы знаете, они у меня уже какие-то, как-то, можно сказать, даже почти постоянные, да, то есть у меня же, ну, теплица, да, она сделана и все, то есть вот под огурцы вот она есть и тоже все. Ну, добавляешь что-то туда, добавляешь, поэтому они у меня как-то постоянные. Ну, а под картофель я теплые грядки не делаю, а остальное как-то так вот получается. Ну, если есть такая возможность, и перцы, баклажаны, и томаты с огурцами, ну, теплая грядка, по-моему, это самое, вот кто делал, я думаю, что убедили, что урожай, ну, многократно увеличивается. Даже вот просто... Фитофторы на ней не бывают. Да, почти не бывает фитофторы, то есть уходит очень хорошо и болячки, и патогены, и поэтому я думаю, что вот для этого... Вот про эту грядку тоже бы хорошо рассказать, вот про томаты, то есть вот вы видели, да, вот до этого сейчас вот мелькнула огуречная грядка, то вот, томатная грядка, да. Вот до этого на этой грядке рос лук, то есть я о чем, что я не копаю, да, то есть рос лук, один год, это, наверное, 15-й был год, лук убрала, засеяла сидиратами, сидираторы выросли. Они упали, закрыли эту землю, грядку. Я подошла на следующий год весной, разгребла, посадила рассаду томатов, не копая, конечно. А потом... что осталось, то осталось, ничего не убирали. Ничего. Вообще, вот... А весной не сажали сидираты, получается? Осенью они сидели, выросли вот мощные, они укрыли грядку, да, посадила эти томаты, вот вы видели, потом высадила... Ну, они прижились, я потом еще добавила немножко, потому что вроде мне показалось, что мало мульчи. Я еще соломка добавила. И в принципе, вот мы когда, это вот битва огородов как раз была, показывали. То есть с одного куста где-то там сидит у меня, сколько, 38 что ли растений было. Где-то 3-4 килограмма томатов с одного куста. Умножайте вот на 30. То есть центнер с этой грядки, и я ничего не делала, в кавычках, да, то есть я ни грядку не копала, я, не, ну, просто вот минимум вот моих затрат, ну, это так приятно было, ну, правда, честно. То есть фитофторы нет, земля замечательная, урожай очень хороший, ну, то есть вот настолько... А вы все укрывали помидоры? Да, то есть это было еще чем хорошо, я высадила, пролила, укрыла, и заглянула туда недели, наверное, через 2 или через 3, что-то мне некогда было. Гляжу, красивые стоят, ну и стойте. То есть получается, что вот когда... То есть я создала комфортные условия для своих растений. То есть я сделала все, что от меня зависело. А остальное сделает почва, сделает погода, сделает сами растения, сделает. То есть вот я создала условия комфортные, создала им там
благоденствие. И моя задача только заглядывать и все. А на этой грядке она 80 сантиметров, два ряда, да? Два ряда, да. И шахматном порядке? Нет, не обязательно. Нет, у меня были сорта, я два. Мне надо, интересно было. Это уже спортивные интересы, это уже не остановить. Я уже говорю, когда же это все кончится, не кончается, и чем дальше, тем хуже. Ну ладно, это интересно, это здорово, да? Нет, получается, теплую грядку все равно, когда вы копали, вы все равно клали еще бананчики. Ну, истощается. Ну, истощается, все равно, понятно. То есть, здесь... На столовую ложку, щепотку. Ну да, ведро. Да, горсть прям, горсть будет. То есть разные сорта рядом? Вот листья, но из-за про формировку давайте поговорим тоже. Формировку, чем мне это самое нравится, вот эти, например, детерминантные, то есть сформировывается нижняя кисть, и я до этой кисти, у меня уже нет листов. Это вот всегда так, я не знаю, как у вас, но, во-первых, они самые первые, они уже отработали свое дело, да, то есть к этому времени. Какого размера помидорчики должны быть? Полностью уже сформировано. Совсем крупные. Прямо уже вот крупные. Не спею еще, но крупные. И вот до этого времени у меня уже снизу нога голая. Потом следующее. Начинаю вот это есть, да? Еще вот мязина, я забыла вам сказать. Смотрите, как она про подкормки говорит. Вот тоже так же листья, она говорит, я убираю. Лист, она начинает подкармливать, когда первая кисть сформирована. И созрел первый этот самый. Вы урожай прошли, собрали. И подкормка, чтобы созревать, начала сформироваться следующая кисть, понимаешь? Вот когда первая кисть сформирована, листья убрали, подождали денек, подкормили их хорошенько, и начинает образовываться вторая кисть. То есть подкормка по каждой кисти. Ну, вы будете смотреть там тогда. То есть вот это тоже интересно, я тоже не знала, например. Ну, ладно, все учимся, я учусь, все учусь. Вырастили. Первый через 10 дней, потом в течение, пока вот не завязалась первая кисть, потом я мульчирую. Ну еще, если вот такая жара, ну может раз-два, я еще, ну тут у меня еще есть капельное орошение проброшено, то есть можно еще полить, если вдруг жара. А потом, когда третья кисть уже сформирована, я вообще перестаю поливать. Вообще не поливаю, ну просто не поливаю. Третья кисть? Ну, где-то по третьей кисти я потом вообще не поливаю. Но если уж такая жара-жара, ну прямо вот и нет. Но нынче дождей было достаточно. Нет, теплица. Я поняла. А вы думаете, корневая система вот тут вся сидит? Она у вас вся вот за теплицу ускочила. Очень плохо в средней грядке. А эти вот все, водичка сбежала, корневая система вся там. Вы не волнуйтесь, вся там, она вся за теплицей, вся пьет. Единственное, очень сложно, средний ряд. И то она замечательно себя чувствует. Вот почему еще растрескивание, потом или тогда поливайте. То есть надо, чтобы постоянная влажность, и все. Если мы проливаем через 2 недели, хватились аха, тогда лучше раз в неделю, но вот так улейте, вот просто хорошо полейте. И забудьте. На следующий день приехали там или пришли, еще раз пролейте, раз в неделю, чтобы и замульчируйте. То есть влага будет удерживаться. А или как я. Не поливайте. Вы думали, от чего? От того, ну вот видите, я сама. Вот получается два раза. Через 10 дней, потом, когда потом вторая кисть. Потом в течение, пока не образуется вторая кисть, да, хотя бы первая, вторая кисть. А потом, вот как Мясина говорит, да я где-то даже записала ее слова. Сейчас я, если найду. Получается, растрескивается как недостатка была или перезагрузка? Перезагрузка. Да. А то пасы. Да. Вот смотрите, что она говорит. Полив. Значит, первый раз, потом через 10 дней, затем один раз в неделю, ну потом пока формируется. А потом, когда сформировалась первая гроздь, вообще, первая кисть, вообще прекратить полив. Потом, да ничего нет, вот я вас уверяю, не засохло. Вот обратите внимание. Они даже листочки делают, да, такие, да, когда они поливают. Да, сворачивают. Они прям все. У меня на массе. Точно так же теплица. Ну, смотрите, я не знаю. Конечно, если вам жалко, если есть время. Ну, то есть лучше один хороший полив, чем по пол-литра или по литру много-много через день. Вот это вот тоже учтите тогда. Потому что корневую мы позволили уйти туда,
А если очень частый полив, то мало. То есть ведро, разлитое на квадратный метр, всего на 2-3 сантиметра проливает. Вот представляете, ведро на квадратный метр, вот, ведро вылили, казалось бы, ох, 2 сантиметра всего. Если капельный полив. Ну, капельный полив очень хорошо. Тут даже разговора нет. Ну, сейчас есть возможность такая, в принципе, устроить капельный полив, чтобы вообще включил и бежи дальше. Но попробуйте. А бочка должна внутри стоять? Вот этот капельный полив мы делали, съем, вот это вот эта грядка, о которой я вам говорила. Смотрите, какая прелесть. А у вас бочка внутри теплицы или снаружи? Для капельного полива? Да она у меня от системы. А, от системы. Вот такая вот, вот такой вот урожай, который, ну, совсем не потребовал. Видите, замульчировано все, листья убраны все снизу и все. Ну, сам. У меня нет капельного полива, вот и хотелось бы перейти, но вот и как вы его, когда вы включаете? Мою башку перестроить на тот, на капельный полив, это как? Он у вас все время кап-кап? Нет, конечно. Ну, во-первых, это вот показательно, вон она там лежит, это показательно. То есть здесь у меня не было, это мы просто снимали вот эту битву огородов, и мне ее там прокинули так, чтобы показать это. То есть она там, я говорю, я не поливала ее, это просто показать, что можно и таким вот образом. А в теплице, как я вам сказала, вот первое время я поливала, потом образовывались и грозди, вот эти вот кисти, и потом я месяца полтора точно не поливала. Вот просто даже, просто зайду, соберу урожай и на этом все. Ну а когда поливаете, вы же отключаете его на какой-то период? На ночь, например, включила и да, все. А утром отключила? Да. То есть тоже не заливаю, не знаю я. Но я не заливаю, то есть вот таким, вот это вот такой вот уходит. Вот если по вашему методу, мне он очень понравился, закопать между грядками огурцов старый дырявый шланг. Да. Дополнительные дырочки проделать. Да, правда. И как вот поливать? Прямо если вот тут воронку вставите, нет, прямо это из лейки пролейте, да. Ну, если есть возможность, вот, может быть, вот так вот шланг какой-то, можно, если есть возможность, подключить. Да. Чтобы не поверхность, а чтобы она туда корням ушла. Там же и питание будет, и там вода будет, можно, а поверхность сухая будет. Можно питание туда залить. А? Можно питание туда залить. Да. Я хочу спросить, очередность-то как поливать? Так как и сверху, через день? Смотрите, влажность. Ну, смотрите, ну по огурцам они, конечно, водохлебы, те еще, поэтому, возможно, и придется хотя бы через день хоть что-ли поливать, через если день. Они замульчированы. Вот одного, что потому что питание, от питания будет зависеть и урожай. Вот с огурцами тут не проходит, не прокатывает. Вот две грядки. В середине поставлю достаточно или надо три шланга? Раз, два, три. Да, я думаю, хотя бы попробуйте с одним поиграть, да, а потом уже видно будет. То есть здесь вот это, конечно, вот интересно по томатам, вот это вот. По томатам, не знаю, про формировку говорить или нет. А вы два стебля или в один? Жадность. Да, жадность в любом случае, здесь, знаете, два, конечно. Ну, у меня и расстояние такие достаточно нормальное, да, но, в принципе, два в теплице в два стебля веду, это точно. Но бывает, знаете, есть сорта, которые, ну, видите, вот их два, хоть как, два стебля. Они сами вот так идут. Да, то есть под нижней кистью первый побег, первый пасынок оставляется, и он, в принципе, нормально плодоносит. Но если вы вдруг, вот я тоже это не знала, и до этого потом, ну, дошло уже потом до меня, то есть если вдруг где-то вы просмотрели, и хороший пасынок, и вот это уже третий, уже дальше некуда, уже если в теплице, то вы знаете, как сделаете, то есть и кисточка уже завязана и цветет. Над кистью оставляете один лист и убираете точку роста. То есть сохраните эту кисть, все-таки наша жадность нас до добра не доведет, но не давайте дальше расти, то есть не было, чтобы загущение. То есть лист оставляйте после кисти и убирайте точку роста. Вот тогда будет все замечательно, все нормально. Тут где-то даже и лежа, где-то и каким образом, да, то есть тут. Вот. Как они так быстро снизу сгущаются, а больше трех листьев нельзя удалять. Нет, больше трех листьев за один раз нельзя удалять. За один раз. А так, в принципе, видите. Ну, то есть до завязывания первой кисти все равно ничего не удалять. Я, если начинается или желтение, или еще что-то, или я не хочу, чтобы соприкасалась с почвой лист, если он так вот лежит и мешает мне еще и подвязывать, то я точно убираю. Тут даже я не смотрю на это. А вы их сразу подвязываете? Нет. Нет, знаете, еще тоже это интересно, то есть если мы высадили
томаты, и надо дать, чтобы, это знаете, когда, чтобы они держали вот эти равновесия, то есть надо дать им немножко укорениться, чтобы они были такие мощные, крепкие. Если мы их сразу привяжем, то они будут изнежены, и они не такие будут крепкие. То есть мы укрепляем иммунную систему, то есть мы им вот якорим вот таким вот образом. Я начинаю подвязывать только, вот когда можно окучить, можно потом подвязать, то есть дней через 10 там полить, то есть вот какая-то вот такая неделька там образовывается, то есть вот в это время я, то есть я сразу, но это вот тут у меня схемы все, вот тут всякая всячина, то есть все пишу, все это, чтобы это все было. Ну, колышки, да, или все? Нет, потом... это только подвязка. Подвязка. Да? Никаких колышков. Нет. А еще про подвязку очень интересно, тоже вот читала этого же, рассказывала. Очень интересная подвязка, но не пробовала, не знаю. Ну, я не взяла с собой, надо было, наверное, взять, да, то есть я делаю свободную петлю. Я даже колышек не ставлю, я за свободный стебель привязываю свободной петлей. А есть такой способ, при посадке томата он берет нитку по высоте и до посадки вот этого томата бросает нитку под корень. И рядом, не подвязывая вот эту, лежит рядом ниточка. Томат растет, потом через 10 дней он подходит, обвязывает, привязывает. Он говорит, потом очень хорошо. Потом, знаете, я осенью всегда, чего мне держит, я не иду в теплицу, мне же нужно его развязывать, там сидеть, да? А это так не хочется делать, это всегда это тормозится. А здесь он говорит, ты подходишь, прямо так дернул, и она же не привязана, как хорошо. Думаю, ну это хорошая идея, но попробовать надо. Не всегда удобно, что он, тут нитки лежат рядом с этими томатами, все-таки 2 недели. А может и ничего, они же искусственные, что им? Да, да. Ну, в принципе, ну вот это вот, нет, страшно, это идея хорошая, да, ну, очень хорошая. Молодец. То есть потом осенью подходишь, просто дернул, и все, она же не привязана, просто выдернул из-под корня и пошел, и какая красота. Ну, молодец, подсказал, надо будет попробовать, интересно, правда. Так это под огурцы, наверное, тоже можно? Да? А может и под огурцы там можно. То есть все равно же каким-то образом мы перетягиваем, да? Все равно оно же утолщается, не всегда угадаешь, да, или еще что-то, мало ли, где-то как-то затянулось, неудобно. А под огурцы-то, смотри, какая красота глаза, правда? Прямо под туда вот и бросил, и пусть она лежит. А потом оно выросло, подтянулось, завернуло, и все. И... Такая красота. Ну, в общем, короче, хорошая идея, и надо ей воспользоваться. Так что вот запишите, тоже такая вот изюминка интересная. Век учись. Не то слово. Я вот это эмульчирую, потому что у меня слизники. А вот скажите, когда вы же по влажности не эмульчируем, а влажность это не будет влиять на фитофтор? А вот эмульчой закроешь? А ты же эмульчой закроешь и все. А вот через нее влажность будет. Вы знаете, вот со слизней много. Слизней, правда, особенно нынче столько дождей у вас было, да? Слизней много. И муравьев было много. Но дело в чем, что приятно, ну, маленько хвосты там поклевали, где-то еще что-то. Даже на картошке бывает, да? Ну, чтобы вот так вот повально, и чтобы я хваталась за сердце, а потом, знаете, выхожу на огород, уж сидит. Он же все ест. Выхожу, чего-то там. А ящериц, вы не поверите, на картах, а это же их еда. То есть что-то, знаете, я какое-то создала, видать, сообщество у себя, а ежиков сколько? Вот нынче куда-то делся, не знаю, прямо расстроилась. Меня все время зимовало в теплице ежик. Прихожу, всю солому собрал, думаю, что ж такое, да я же так же не делала, раскрываю, он там спит. Года 2 жил, вот нынче куда-то ушел, может где-то погиб, не знаю. Ну то есть придут, неважно, бегал какой-то ежик, чужой какой-то, чужеродный приходил. То есть я создала такие условия у себя, видать, да, что там все есть. И вот это, и хорошее, и плохое, то есть есть чего покушать, есть кому покушать. А мое дело-то доходи ты с хозяйкой мимо и спокойненько, и не волнуйся. Есть, конечно, и то есть, и это есть. Но моя задача, я говорю, во-первых, на это смотреть спокойно. Ну, есть оно, ну да. Значит, кто-то придет, съест вот это дело. Это ж красота какая. А ящерицы едят слизь. Да, великолепно. То есть мы, вот я говорю, вот мы создаем вот эти вот условия. И почему еще? Мы говорим, что лягушек сколько. Ох, какая красота. А это же их вообще еда. То есть получается, что мы вот этим своим вот этим вот органическим земледелием добиваемся вот такого баланса природного.
у себя на огороде. Симпо, да. Еще и ты вписалась вот в эту вот красоту, да, то есть и урожай получаешь, и удовольствие получаешь, и вот это вот все, это, то есть вот настолько вот можно вот жить вот в мире и согласии вот в своем огороде. Я говорю, что наша задача создать комфортные условия для растений. И в принципе, вот я говорю до сих пор, я с удовольствием сейчас по огороду хожу, Алина не даст соврать, что в принципе, затяпку-то за лето я, если раз взялась, да, то есть я даже не тяпала. Да счастливая. Вот, вообще, то есть вообще за лето ни разу не бралась. То есть настолько вот можно себя так организовать работу, что вот мульчированием, сидерацией и так далее. А сидерация, за них же надо потом скашивать и перемешивать. Да что вы говорите? Вот это новенькая так говорит, да? Нет, вот я это сам не поняла, да. То есть о чем разговор, в чем и прелесть, что в природе кто его закапывает, кто его скашивает? И кто вас заставляет это делать? В чем это прелесть-то? Что это не. Вот это же, знаете, вот эти вот я почему еще говорю, я не люблю вот эти журнальчики, книжки, которые. Вместо раза надо два раза полить, вместо трех раз надо четыре раза кучить, вместо этого надо, то есть это бесконечное надо и надо и надо, ничего этого не надо. То есть мы настолько ушли от лишней работы, и которая позволяет получить вот этот урожай, понимаешь? Ну вот помидоры собрали, урожай выдернули, да? Что дальше на этом месте? Сажайте сидирацию. Грести солому. Она же солома там? Ну здесь солома, это теплица. Нет, ну, можете собрать, можете в дорожку все это сложить. Сгребите сюда, засейте горчицы, например. Горчицы. И сколько вырастет, столько вырастет. И оставьте ее. И оставьте ее на зиму, и все. 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 А весной уже там. А весной потом разгребите и посадите. То есть, и это касается всех. Вы видели там грядки вот эти зеленые, красивые. Ну это именно под осень. Она же не успеет уже вырасти. Сколько вырастет? Вы пораньше посадите. Сколько вырастет? Правильно. Вот сколько вырастет, недолго сколько вырастет. Сидят, а вы туда посадите. Вспомните, какая у нас началась была. Она бесконечно осень. Да. Чем до января не могли дождаться зимы. Вообще говорят, осенью надо перекопать, а весной опять сажать сидирать. Да не надо копать. Все поняла. Ну все, кто тут местные, в кавычках. Не, ну я тут ходу ходить.